Доброе утро. Понедельник. Будет сегодня рыбалка, не знаю. Вот там я смотрю. С этой человек ставит или выбирает. Вчера, значит, была информация, что уже на 500 метров от берега ставили сетки, была плотва. То есть вот-вот она зайдет. Сейчас тепло стало. Вот если вы видите, конечно, я не знаю качество записи, но на поверхности играет много буклей. Играет. Река ждет, когда придут рыбаки. Вот и будут ловить. Вчера, значит, в Мустве рекорд, как считать, не знаю, на двоих 30 килограмм. Вот, а человек один здесь поймал 18 килограмм. Сейчас утром сказал, на все на опарыша. Хотя местные ловили наши на червя. А так на опарыша и на Сваровского. Ловили Сваровского беленького. Вот. Такая вот запись. Погода, конечно, красота. Будет ли солнце или нет сегодня, но совершенный штиль. Совершенный. Ну, вот я не знаю, я говорю, как хорошо она видна, запись, а вот с этой стороны так не плещется, так не играет у клея. А с той стороны, сейчас я покажу, обратите внимание, я не знаю, качество получится, посмотрю сам, когда буду знать, но у клея играет много. Я знаю то, что некоторые люди конкретно на уклейку приезжают. Вот. Вот такие вот дела. Видите, уклей играет. Ну и уклей попадается разное. Вчера ловили здесь целый день уклею, кто стоял, кто выше там немножко, вот там ельца ловили. Я сам вышел. На сковородку поймал, потому что ельца пожарить я люблю. И плотву не очень, а плотву это сушить. А ельца пожарить. Ну ладненько, все, пока. Всем, кто меня смотрит, привет.